пушку и уже от них отыгрываем. Все, элементарно. А если кому-то не повезет? Ну кто-то другой прикроет, блин. Да, тут будут хотя бы нас 4 человека. Я согласен с Димоном полностью. Не, а если мы... найду пушку я, Диман ничего не найдет. Не, если мы видим... Мы планируем, что никого не будет. По-твоему лучше... Игорь, по-твоему лучше, как вот сейчас тут было делать? Нет. Ну вот, все. Не, а если мы хотим эпатажную тактику, мы видим, что точка далеко... Так давайте прыгать вот сюда, куда-нибудь, вот сюда вот, и разделяться вот так вот, потому что тут никого не будет, окей? Ты меня не загрузилась, я не вижу. Ну это не важно, это... Короче, тактика. Не, ну просто, например, я сейчас укажу, вот сейчас вот смотри, видишь, вот правый верхний, мы уверены, что там будет вообще два человека, в лучшем случае. Мы туда не долетим, мне и мы долетим. Да, мы туда не долетим. Нет, если мы раскроем, как Игорь только что раскрыл, мы долетим. Но это не важно, я просто ради примера. И мы раскрываем, я да, не... никого не будет, и мы прыгаем, типа, ну, в один дом, я не знаю, там без разницы. Но это не то. Давайте вот играть по тактике. Вот. Не, видите, не. Вот синяя, а потом... зеленая метка. Вот. Не, а потом во время прыжка я вижу, что есть машины, и к ней никто не летит. И мы решаем, например, вместо этого северную, я подбираю машины, мы летим в жаркий, едем, потому что машина одна, а никто. Это зачем? Ну, потому что мы видим, что духуя народы. Потому что мы видим, что духуя народы, есть машины, и она наша. Мы видим, мы можем изменить тактику. Ну, там, один сквад, там не так было много народу. Там шансы были равные. Ну а если три сквада? Нет, тут уже. Ну про динамичное изменение тактики тоже должно быть, блин. Машина, например, взяли. Ну просто да. И в жарком бы точно не было. Нелогично. Понимаешь, да, если бы, Лёх, послушай, если ты бы, вот мы выпрыгнули с парашюта, ты сказал, о, тачка, давайте сядем. Не тогда, когда мы с Жекой уже в доме были, и уже Жека уже мачете врезал. Я летел, я сразу сказал, вы сказали просто, не, нахуй. Не, надо говорить правильно. Машина, да, оказалась фейком. А второе, Игорь, ну, как бы, изначально куда-то улетел, не туда, поэтому... Ну да, поэтому я уже похуй было, как играть. Ребят, все, месимся вот тут вот. Никаких сейчас динамических тактик. Просто понимаешь, ты можешь, смотри, мы бы взяли машину, допустим, машина была бы настоящая, вы бы сели в машину, мы поехали в жаркий, и, допустим, зона, центр зоны был бы в жарком. Прикинь, какая победоносная. У меня так бывало, поэтому я просто, ну, говорю. Мы бы залутались, потом пришли бы к нам челики и убили бы нас. Ну, если бы убили. А так мы бы облутались, мы просто сидели, блядь, по комнаткам, как вот нас убили, да, это бы из одной комнатки чувачок сидит в уголке, и все. Закрыли бы все дверки. Бля, вы уже спрыгнули. Блядь, ну все. Ну все, блядь, я спрыгнул на 2 секунды позже, вам пизда. Так точно. Я синхронно прыгать не умею. Не умею, так. Бля, Димон, ты пропадаешь. Ну да, ты пропадаешь, Димон. Чисто одни помехи, слышу. Нет никого около нас, кто там? Кто-то есть, вроде. Есть, да? Ты играешь? Да, блядь, Димон, тебя чуть проще... Я так услышал слово правильно.